Сегодня пересаживаю я свои петунии из 0,2 в 0,9 литров. В 0,5 смысла нет пересаживать. Зачем я их пересаживаю, несмотря на то, что они посажены у меня были 1 ноября, буквально прошел ровно месяц. Ну, заметно стали вытягиваться боковые побеги, желтеют листья, быстро впитывается влага. И если посмотреть на корневую, что удобно с выдвижным дном, видите, вот все корешочки, все уже ком опутан, однозначно им требуется срочная перевалка. Поэтому, чтобы нам поменьше их тревожить, переваливаю их в 0,9 литров. Сюда ставлю, замеряю слегка. Так, все подходит. Теперь засыпаю этим же грунтом. Состав классический у меня. Это у меня перлит вермикулит. Всегда брала Терравита. Сейчас почему-то его в продаже очень мало. Особенно по доставке. Это Ашан, Лента, нету его. Но взяла от фирмы Фаска попробовать. Ну, вроде неплохой. Посмотрим, как дальше. Добавила перлит вермикулит, свой перегной. Добавила сюда еще верховой торф. Несмотря на то, что все грунты это, конечно, торф, торфяные составляющие. Но еще, в принципе, я всегда в Терравиту добавляла верховой грунт. Ну, чуть-чуть, буквально для того, чтобы не отходить от своего принципа. Вот. И закрываю стаканчик этим субстратом. Прям, можно сказать, его вкапываю. Это очень удобно и комфортно для растения, потому что оно буквально не испытывает никаких стрессов. Она сразу же помещается в то отверстие, в котором оно и росло. И постепенно корешочки в него расправляются. Утрамбовать обязательно, чтобы воздуха не было лишнего там. Все аккуратно утрамбовываю. Заодно и стаканчик крепенько будет держаться. Так, и вот еще придется подсыпать, потому что здесь грунта мало. Удобряла я свои петунии только один раз. Буквально, может быть, дней 10-7 назад. Удобряла я монофосфатом калия. Только этим, больше ничем. Монофосфат калия. Ну и перегной здесь. Я всегда домой, перед тем, как съехать с дачи, заготавливаю, домой увожу перегной. Он у меня хранится на балконе, на лоджии. Постепенно вымораживается, но питательные свойства не теряет. Ну вот, в принципе, все почти. Можно слегка еще придавить, чтобы стеночки не осыпались, когда будем вынимать стаканчик. Вот его вот так аккуратненько вынимаем. И вот такое вот углубление, ямка, в которое я насыпаю осмокот. Буквально половину чайной ложечки, 2,5 миллилитра на донышко для корешочков. Это для развития, это пролонгированное удобрение. Оно долго будет питаться, пока не разложится. И вынимаю. Вот видите, все корневая, вон она какая. Это семена партнера. И вот в эту выемку, в отверстие, я аккуратненько его вставляю, прижимаю и засыпаю грунтом. Засыпаю грунтом, чтобы он еще держался. Ну и когда буду поливать, он этот грунт еще осядет. Всё. Таким образом буду все остальные переваливать растения. Обязательно, чтобы стаканчики были чистые, чтобы не было никаких старых грунтов, оставшихся, засохшихся. Ну вот у меня новенький стаканчик. Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one.
my tongue, never thinking.